Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы идем играть в игру God of War, третья часть, ребята. Пойдем по коридору. Ага, тут какие-то порталы, ребята. Их несколько штук. Но я думаю, что пока что в один только можем попасть. А, ну мы вот вышли здесь. И что дальше, и куда? И сюда. Рычаг дергаем. И посмотрим, что произойдет. Мост. Мост создался. Так, ладно. Все закрылось. Сейчас кто-то придет. Два пса пришли. Будем с ними бороться, а что делать? Здорово, псины! Все, что ли? Да-да, это так легко здесь делается. Они что, бесконечные, что ли, что-то не заканчиваются? Давай, подходи. Сколько же вас тут опять? Вечные хранители. Еще один. Чтобы схватить и пнуть одного из псов, нажмите 0. Вон оно что. А куда его надо пнуть? Подожди, тут какая-то загадка. Его надо куда-то запнуть. Давай, он нам вот туда, в портал. А, их надо побольше туда накидать. Я понял, чтобы вот это опустилось все. Иди туда, шавка. И ты туда залетай. Еще одну надо. Подожди, не долетел. Заходи туда, в портал. Такие стоят, ждут. Еще надо. Или все, их всего четверо. Ну и, наверное, мне самому туда надо попасть. Сейчас под моим весом все это упадет туда. А мы идем в новый портал. Умоляю, пощади меня. Заклинаю. И куда-то она свалила. А надо забрать, наверное, вон ту штучку, которая моргает здесь. Что это? Возлюбленная моя, умоляю, прости меня за то, что сорвал на тебе свой гнев. Ведь вовсе не ты была ему причиной. Сундучок, давай откроем сундук. Глаз Горгоны, хорошо. Надо еще глаза набрать, две штучки. Раковина Посейдона, сокровище Посейдона. Пройдите игру, чтобы воспользоваться этим предметом. Тут собаки. Ай, не успел. Пошли. Давай, давай на выход. А что-то меня-то не пустили. Меня-то оставили здесь бороться, ребята. С этими головорезами. Нифига они здоровые оба. Я один маленький, щупленький. Не трогайте меня. А теперь мой выход. Прощай.
Ничего не обещай. Так. Но! Отдай мне! До свидания! Все, я пошел. Давай, беги быстрей. И мы благополучно выходим отсюда. Пошли. Не убивай меня. Магию надо взять. А, это вон куда мы вышли. Так, подожди, что-то я не понял. Что-то я ее где-то потерял, получается. А, вот она стоит, ё-моё. Ты че не идешь? Живо. Живо, сказали же тебе. Иди. Пандора. Пандора. Кратос, я знала, что ты вернешься. Скажи мне, где ты? Я что-то слышу. Кто-то идет. Скажи, как тебя найти? В лабиринте. Найди лабиринт. На помощь! Спаси меня, Кратос! Пандора! Пандора, что случилось? Где ты? В каком лабиринте-то? Где искать? Ты шутишь с вещами, которых не в состоянии понять. Держись подальше от этой твари. Зевс. Зевс! Выходи, Зевс, поговорим. Оказывается, ключ к лабиринту простая девчонка. Я принес сюда эту статую, но пока так ничего и не узнал. Смертный Дедал в своем безумии создал путь для сокрытия тайн даже от меня. Это не предвещает ничего хорошего. Боюсь, Зевс уже не тот брат, которого я когда-то знал, Посейдон. В общем, все разочаровались в этом Зевсе. Нам надо как-то решить вопрос, куда, где этот лабиринт и что это значит вообще все. Так, побежали. Верхние сады. Крутим вращалку, посмотрим, что будет. Так, перепрыгиваем. Полетел. Аккуратно. Еще одна такая же штукулина. Стоп. Так, подожди. Боязно как-то мне летим. Все, хорошо. Дальше куда? Ох, как резво она перевернулась. Так, здесь теперь перепрыгиваем. Полетели. Механизм этого моста сломан. Ё-моё, а что делать-то, куда дальше?
Не пойдет. Значит, надо обратно ехать, ребята. А если, подожди, может какая-нибудь загадка, что-нибудь посветить надо. Нет ничего. Так, ладно, попробуем попрыгать обратно. А здесь она как-то крутится странно, считаю. Раз и все, в одну. А если не на полный оборот? А, подожди, а если вот так бежать? А, ну все, все, она встала нормально, вот так. Оп, полетели. Механизм этого сломан. Пускай. Пускай нам туда и не надо. Нам вот сюда надо попасть. И ворота вот эти открыть. Давай, открывай быстренько. Сейчас как толпа набежит отсюда, наверное, все. Угу. Черток Афродиты. Мы попали к Афродите. Так, давай заберем опыт. Афродита, я знал, ты вернешься ко мне. Кратос. Ну что, Афродита завоевала еще одного бога войны? Лучше задай этот вопрос своей жене. Я ищу лабиринт. Я думал, тебе нужно только пламя. Зачем тебе понадобился этот... Нет! Держись от нее подальше! Не приближайся к Пандоре, Кратос! Именно из-за тебя она в этом лабиринте! Из-за тебя я живу в таких мучениях! Я ни в чем не виноват перед тобой! Нет, виноват, спартанец! Ты открыл этот ящик! Я сделал то, что должен был! Видимо, ты не понимаешь... Следствие Великой Войны не так просто удержать. Я заключил ящик в то, что сильнее самих богов, в пламя Олимпа. Работая над этим ящиком, я осознал, что только пламя защитит его от посягательств. Замок был создан. Теперь необходим был ключ, способ извлечь ящик. Я создал ключ из самого пламени, и он обрел собственную жизнь, Пандора. Дитя, не богиня и не смертная. Я полюбил ее, спартанец, а она полюбила меня как родного отца. Когда Зевс пришел за ящиком, я спрятал от него Пандору. Я сказал ему, что надежнее всего ящик можно спрятать на спине Крона, ведь никому не под силу одолеть Титана. Я лгал. Я хотел спасти свое дитя. Я думаю, ты можешь меня понять. Когда тебе удалось открыть ящик, мой обман раскрылся. Зевс пытал меня, пока я не рассказал всю правду о моей бедной Пандоре. Он забрал ее и бросил меня здесь, в одиночестве. Ты не понимаешь, если приведешь ее к пламени... Пойми одно, бог-кузнец, я уничтожу Зевса любой ценой. Но если ты... Ты прав, спартанец. Если все это ради смерти Зевса, я помогу тебе. Возможно. Да, конечно.
Нам понадобится камень Омфал, тогда я сделаю тебе оружие. У меня есть оружие. А, да не такое. Это оружие будет тебе наградой, которую ты давно заслужил. Камень лежит в бездне Тарта. Принеси его, и я помогу тебе. Так, ладно, это другой поворот. Пойдем в бездну Тартара. Только, ребята, будет это все в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк видео, подпишитесь на канал и увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока!